Тульский пряник пошел в авиацию. Знаменитое русское угощение, которое известно уже несколько веков, с завтрашнего дня войдет в бортовое меню Аэрофлота. Оно пользуется любовью как в России, так и в других странах. Пряники из города Оружейников, сделанные по старинным рецептам, один из самых популярных сувениров, наряду с матрешками и шапками-ушанками. Планируется, что тульские кондитеры будут производить почти 20 тысяч штук изделий в сутки. Это позволит создать новые рабочие места и модернизировать оборудование. Наш договор сегодняшний будет на поддержку отечественного производителя, на сохранение тех технологий исторических, которые мы сохранили в производстве данного продукта. И, конечно, помощь нашим компаниям отечественным крепко стоять на ногах в современных условиях. А для того, чтобы это было, мы прекрасно понимаем, надо, чтобы наши компании знали не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Более 300 лет пряник всех удивлял своим качеством и вкусом. И мы очень надеемся, что нашим пассажирам этот пряник не только понравится, но он на самом деле добавит нашему имиджу немножко российской специфики.